Так, ну что, пока потихонечку собираетесь, я всех приветствую. У нас попытка номер два. Я надеюсь, что лучше, чем предыдущая. Мы сможем с вами пообщаться, поговорить на темы, которые вас беспокоят, ответить на вопросы, которые есть в голове у очень многих девочек, но нет на них ответов. Вот, я приветствую каждого вообще моего любимого подписчика со всех городов, со всех стран. Привет, Германия! Привет, Дагестан! Слушайте, это так здорово понимать, осознавать, что практически в каждом уголке нашей, не только нашей страны, у меня есть мои, ну, фактически родные люди, да, потому что вы меня смотрите, многие со мной уже очень много лет. И осознавать это, конечно, очень кайфово. Тебе, мальчикам, здоровья, спасибо. Я тоже желаю каждому из вас здоровья, это очень важно. Так, сегодняшний эфир будет с моей Полей. Поля — это просто мега-женщина, девушка. Это душа, это огромное сердце. Так важно. Мы живем сейчас в таком мире, когда зачастую, я говорю, как бы это жестко не звучало, когда женщина женщине враг. Ну вот так происходит, да, когда женщина не может порадоваться за успехи другой девушки, когда женщина готова, унижая другую, самоутверждаться на этом фоне. Ну, в общем, много-много всяких моментов таких. Вот Полина, этот человек, любит всех женщин. Благодаря Полине и Никите происходит сейчас со мной огромная трансформация, и я вижу, сколько девушек пишет мне в директе, у которых есть тоже свои разные внутренние проблемы, и очень хочется показать вам немножко другую реальность, рассказать, что может быть по-другому. Ребят, кто спрашивает, где я пропала, я не пропала. Я нахожусь на своей родине, в Краснодарском крае. В данный момент я нахожусь в городе, откуда я родом. Это город Туапсе. Юль, ты очень классно выглядишь. Спасибо, моя любимая. Это город Туапсе. Вот. Мы собирались 8 числа уже приехать в Москву, но так сложились обстоятельства, что мы еще чуточку тут задержались. Я не вижу. Поля, Никита, вы вообще здесь? Сейчас давайте проверим. Вот. Спят. У них сейчас как раз второй сон по расписанию, поэтому пока малышня спит. Опа! Привет! 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 Всем привет. Полина, Никита, многие уже их знают, любят, особенно те, кто подписан на мой телеграм-канал. Очень хорошо с ребятами знакомы, вместе с нами улучшают, качественно улучшают свою жизнь. Ежедневно я вижу эти благодарные отзывы, и я понимаю, что все, что мы с ребятами задумали, все, что мы сейчас приводим в действие, это все не зря. Поля, привет, Никита. Привет, ребят, давайте обратную связь немножко по звуку, как нас слышно, как нас видно, все ли прекрасно. Чуть-чуть протестируем. Юля, у тебя супер интернет на второй раз. Изменилось благодаря Полине Никите, я вижу эти отзывы. Слава. Да, и у нас есть каждый день общение, сейчас отзывы девушек, у нас есть там отдельный наш женский чатик, да, группа, мы назовем Юлина, где она общается с девушками, и мы получаем обратную связь ежедневно. Это просто потрясающе, и сегодня мы рады вас здесь приветствовать, все видно, слышно, супер, класс. И у нас сегодня будет с вами очень важная тема, которую очень бы хотелось поднять, потому что у Юли большая аудитория, и самое ценное, что делает Юля, знаете, есть блогеры, кто воспринимает свою аудиторию как циферки. Есть циферка, есть монетки, и вот есть я. Зависла. Так, Юлечка, у тебя виснет чуть-чуть. У тебя чуть-чуть виснет. Так, нас, блин, Никита, красавчик, слышно хорошо. Все, Юлечка, у тебя чуть-чуть виснет, мы, скорее всего, не...
Я уже Да, не знаю, как смотри, мне ты просто, у сделать. тебя, если чуть подвисает, ты будешь отвисать, а нас слышно хорошо, у нас интернет грузит хорошо, это не проблема. Вот, главное, чтобы улавливалась вся история. Так вот, Юлина сильная сторона как блогера именно в том, что она очень-очень уважительно относится к своей аудитории. У нее нет отношения к людям как к циферкам, к монеткам. Она видит все комментарии. Я просто знаю Юлю уже очень хорошо. Она читает все комментарии, все, что с ней происходит, все, что ей отвечают, и это супер важно для нее. И... Все виснет. Она видит все комментарии. Я просто знаю Юлю. Вот, Юлечка, у нас все хорошо. У меня вообще все виснет. Так, что с Юлей виснет? У всех интернет виснет? Дорогие мои, мне важно сказать пару слов, потому что здесь есть, наверное, люди, которые от меня сейчас. Мы вот сегодня проводим такой спонтанный прямой эфир с Юлией Фременковой. Юля очень-очень хочет поделиться со своей аудиторией ценным и важным. Юля, ты нас слышишь? Нормально все? Я слышу. Я думаю, может, мне Wi-Fi подключить уже. Но я было не хуже. Знаю. Я его, наоборот, выключила. С Wi-Fi было хуже. Да, да. Сейчас все хорошо. А ты у нас в целом так не слышишь. Я была в гараже. Может быть, я была в гараже. То есть на улице возможно подключиться? Вот, вот. Люди пишут, что только у тебя подвисает. Только у тебя. А здесь все хорошо. Ну, очень сильно зависит от интернета у людей. Я думаю, что наша вот разговорная часть, она не будет прерываться. Мы просто попробуем уместить. Не растягивать, чтобы у людей долго что-то висло. Мы попробуем очень-очень компактно, емко. И очень много людей писали, что будут смотреть в записи, ну, которые мы потом предоставим. Поэтому запись будет просто, чтобы вы не переживали. Для тех, кто смотрит с моей стороны, с Никитиной, мы просто рады вас снова видеть. Тут наши люди тоже есть. Вот. Мы остановились с вами на том, что Юля очень ответственно относится к людям, которые за ней следят. И это не просто какие-то ваши ники, какие-то аватарки, вы живые люди. Это самое ценное, о чем может да, говорить блогер, как взаимодействовать со своей аудиторией. Так вот, тема, которую мы сегодня поднимем, очень-очень в такие сжатые сроки, это тема проживания чужих жизней. Потому что как, с кем поднимать эту тему, если не с блогером, за которым следит огромное количество людей, и какова цена, да, обратная сторона быть блогером, быть лидером мнений, и какова цена быть тем, кто наблюдает за блогером, как это жить не свою жизнь, как это следить за другими или что-то обсуждать. То есть основной тезис сегодня у нас с вами – это проживание чужих жизней. Позволь добавить. Поле, я хочу немножко добавить, что здесь ведь, ребят, дело не только в нас, в блогерах, да, в крупных блогерах, на которых вы подписаны, просто мы очень четко это все отображаем. Очень многие люди, женщины, живут не свою жизнь, потому что боятся осуждения соседей, друзей, родителей, и получается, что их истинные желания отходят просто на второй план, потому что вы пытаетесь прожить в угоду кому-то, сделать в угоду кого-то. И автоматически во всем этом нет, к сожалению, вас, нет вашего собственного «хочу». Да, абсолютно точно. Это самое важное, о чем мы хотели сегодня поговорить и перевести ваш фокус внимания хотя бы за вот эти там 15, 20, 30 минут о том, чтобы вы задумались, сколько времени вы уделяете чужим жизням, и сколько времени вы уделяете своей жизни. И это очень-очень полезная практика вообще сесть и проанализировать. Вот у вас есть ваш день, и сколько времени вы следите за другими людьми в Инстаграме, в Телеграме, и сколько вы времени уделяете себе, сколько вы ставите свои цели, сколько вы мечтаете, сколько вы ключевое делаете. Полина, сколько еще люди энергию на это сливают, понимаешь? Потому что, вот как я сегодня сказала, у людей, особенно в маленьких городах, есть привычка обсудить кого-то. Люди лучше знают, с кем вы спите, что вы едите, сколько вы зарабатываете, во что вы одеты. Огромное количество энергии сливается просто в никуда. А другие люди, боясь, что их осудят, не действуют.
не делают то, что Юль, они хотят. Юля, у меня просьба такая. Слушай, периодически заходят люди, которые не самые светлые, и которым очень хочется что-то подкинуть не самого приятного. Я просто к тому, что, может быть, есть смысл просто отключить комментарии и говорить то, что хочется, чтобы люди не отвлекались на всяких людей, которые, ну, у которых внутри много какашек. Когда у человека много какашек, человек хочет какашки выкинуть наружу. Я просто всегда, Никит, говорю, что каждый транслирует в этот мир то, чем наполнен. Если человек состоит из дерьма, ну, он не может транслировать это бабочек. Факт. Он не знает, что такое бабочки. У него внутри дерьмо. И мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы таких людей было как можно меньше. Чтобы те подписчики мои, родные, любимые, не вот эти приблудные. Ну, это же как бы случайно люди, которые здесь оказались мимо. Они не готовы просыпаться, они не готовы пробуждаться, они готовы так всю свою жизнь вот в этом и с этим содержимым прожить. Это неплохо и нехорошо, это их жизнь, если им так по кайфу, ради бога. Я обычно никогда не отключаю комментарии, вот такое не блокирую, просто потому что это реалии нашей жизни. И такие люди тоже есть, и на их фоне те люди, которые несут добро, еще более выигрышно смотрятся, понимаешь? Кому надо, тот с этого эфира для себя возьмет, приумножит и пойдет дальше. А кому не надо, тот так и будет говорить «фу», «г», «ужас». Ну, собственно говоря, так в сотрясении окажется. Поэтому, ребят, это выбор абсолютно каждого человека. Хотите жить в своем болоте, живите в своем болоте. Ведь никто никому ничего не должен, и никто никого не заставляет меняться. Люди хотят меняться. Я захотела меняться. Я поняла, что моя жизнь — это дно. Что я так жить не хочу, потому что это существование. И в какой-то момент я себе честно сказала: Юля, ты идешь не туда, не туда. Если ты будешь двигаться в том же направлении, ну ничего хорошего тебя не ждет. Впереди только одни болезни. И я решила протянуть вам руку, и вы меня ведете. И таких людей, которые хотят качественно улучшить свою жизнь, Никит, их больше. Так вот, сегодняшний эфир для них. И сегодня, как говорит Полина, от сердца к сердцу. Они посвящают свое время нам, а мы посвящаем свое время. Юль, я с тобой согласна. Я считаю, что люди пишут параллельно. И просто первое, что выражается, очень большая благодарность тем, кто, несмотря на какие-то, и в том числе к тебе, несмотря на то, что люди могут комментировать и говорить. Это, кстати, для всех, кто смотрит, например, блогеров и думает, вот им легко живется. Ребят, встаньте хотя бы на один день и попробуйте пожить в том, когда вам каждый день могут писать люди всякую какашку. Я знаю блогеров, которым смерти желают. Попробуйте в этом побыть. И всем кажется, все легко, все просто. А вы попробуйте побыть мамой двух детей, которая сама работает с утра до вечера, выходит к вам в эфир, хочет дать вам полезную информацию, чтобы вы хотя бы задумались, я молчу еще про действия, хотя бы задумались, перестали болеть, перестали следить за чужими жизнями, перестали обсуждать, осуждать. И в какой-то момент начали жить свою жизнь и осознали, что у каждого опыта, у каждой жизни своя цена. И у Юли была своя цена, и у нас была своя цена. Если мы возьмем, обсуждать там меня, да, здесь мало кто знаком со мной, не считает моих людей, которые здесь вот я видела, пишут, здесь тоже есть. Я тоже из маленького города, из абсолютно маленького города. У меня были выборы, выборы, как жить эту жизнь. У Никиты был выбор, он из Подольска, это из Подмосковья, как проживать эту жизнь. И мы точно знаем, о чем мы говорим, вместе с Юлей. И поэтому у нас сегодня, давайте тогда не будем отвлекаться на какие-то комментарии, на людей, мы просто дадим пользу. Полин, ты просто только вот, Никит, и ты, вы только посмотрите, как люди пишут, мы хотим поменять свою жизнь. Моя жизнь — это дно. Люди, это же не какие-то хейтеры, понимаешь, которых не устраивает вообще абсолютно все, даже то, что трава, бляха-муха, зеленая. Это люди, которые, ну, не могут жить так, как они жили. И таких людей огромное количество, ребята. И я вам просто за это благодарна, всей души благодарна. Поэтому да, мы сегодня делаем для них. Которые мы дали в открытом доступе. В открытом доступе. В открытом доступе конкретные какие-то целевые действия. Давайте сейчас немного тогда дадим пользы, опять же, для всех, кто здесь есть. И тему, еще раз, вернемся к теме, чтобы уже не отвлекаться, для тех, кто готов ее услышать, принять и начать действовать. Я всегда говорю, если уйдет один человек, изменит свою жизнь, это намного ценнее любых денег и любого времени.
Итак, мы с вами говорили про чужие жизни. И самое первое, на что нужно всегда обратить внимание, это, еще раз, я вам сказала, прям сесть и проанализировать. Возьмите листочек, ручку завтра, просмотрите 2-3 дня своей жизни, проанализируйте, сколько времени вы тратите в Инстаграме, сколько времени вы тратите на телевизор, сколько времени вы тратите на, я не знаю, какие-нибудь просмотры, там же у нас теперь сторизы есть, в Телеграме, в WhatsApp, и сколько вы времени проживаете свою жизнь со своими близкими, в своем деле, реализовываете свой потенциал. Это самое первое, что нужно сделать. Это самое ключевое осознание, когда вы понимаете, что большую часть дня, например, вы скроллите ленту, смотрите чужие жизни и внутри себя прогоняете миллионы мыслей. О, вот Юля сегодня молодец, а вот какой-нибудь Петя говно, а кто-нибудь еще такой. То есть вот это постоянное проживание чужой жизни, это самое, одно из самых неблагоприятных, что может быть с нами. Внешний мир нам навязывает, что смотри этого, смотри вот этого. А когда смотреть на себя, когда смотреть в свою жизнь? Я еще раз говорю, да, первое, самое простое задание. Сесть и осознать, сколько времени я трачу на свою жизнь, на свои мечты, на свои цели. И сколько я трачу времени на чужие цели. Сколько я слежу за блогерами, что, как, где. Это можно посмотреть, но это должно быть там 10% и 100% вашего времени. Вы можете посмотреть, например, на Юлю, вдохновиться. Юля сейчас служит огромным примером просто для женщин, потрясающим примером, как женщина может совмещать в себе все. Хрупкость, мудрость, работу над собой, работу с детьми, работу обычную, абсолютно все. И исходя из этого, у нас следующий есть момент, как раз когда я рассказываю о том, что чем увлекательны сериалы, почему любят какие-то интриги, почему, например, видео, паблики, статьи, там, желтый пресс набирают огромное количество просмотров. Потому что человек, у которого своя жизнь не насыщена, ему хочется проживать что-то чужое. Он начинает следить за чужими жизнями. Как герой сериала. Вот самый лучший пример — это турецкие сериалы, не знаю, индийские, да даже наши российские, там на России 2 или где-то еще, когда люди начинают вовлекаться в сериал, смотреть серии, тратить на это время, потому что им кажется, что их жизнь скучная, у них нет таких эмоций, всплесков, чего-то еще, да, что в их жизни происходит, как вот у тебя, да, проходила, была эмоция, с которой ты поделилась с людьми, люди вместе с тобой ее проживали. Потому что свою жизнь не насытили. И я открою вам большой секрет, что кроме вас вашу жизнь никто не насытит. Никто не даст интереса вам в вашу жизнь, только вы ее сформируете. Никто. И у вас может быть только два варианта. Либо так и проживать чужие жизни. Вот просто не ставьте лайк, эфир виснет из-за этого. Либо вы можете проживать чужие жизни, дальше смотреть сериалы, там, желтую прессу читать, верить каким-то сплетням или чему-то еще. Либо же вы можете задаться вопросом, а где в этом всем моя жизнь? Меня как Полины, меня как Юли, меня как Лены, меня как Ксюши, меня как Саши, Пети, Васи. Юля, ты герой. Да, абсолютно согласна. Так вот, ваша задача в этом всем спросить, а где я? И где в этом всем мои желания и мои цели? Еще один момент, который важно отследить и осознать, когда мы начинаем ориентироваться, например, на блогеров. Да, нам кажется, что если у меня нет вот ровно того, что есть у блогера, моя жизнь не удалась, и мне можно тогда вообще не начинать ничего делать. Это очень и очень большое заблуждение, потому что если разложить Юлин путь, в который мало кто смотрит, мой, Никиты, наш путь состоит из маленьких деталей. Из маленьких-маленьких деталей, когда были делались первые шаги, вторые, пятые, десятые шаги. И очень важно осознать точку, в которой я нахожусь сегодня. То есть о чем моя жизнь сегодня, где я, в каком городе я живу, какое население, сколько зарабатываю, и начать выстраивать цели из себя сегодняшнего. Не нужно сразу замахиваться, например, если там у вас 500 подписчиков в Инстаграме, очень простой пример, мне нужен миллион. Вы же понимаете, да, что это очень огромный разбег. То есть первую цель, которую люди ставят, как сделать из 500 тысячу подписчиков, как из 1000 сделать 2000 подписчиков, 3000. Как вот сейчас я зарабатываю 30 тысяч рублей, как мне сделать так, чтобы зарабатывать 50? Не нужно замахиваться на полмиллиона или миллион. Вы можете об этом мечтать. Но часто люди, когда замахиваются, сразу говорят, все, мне вот либо миллион, либо ничего, я сижу со своими 30 тысячами рублей, они начинают выгорать. Происходит такой момент, все, я ничего не буду делать, миллион не появился. И отсюда вот должна рождаться здоровая оценка своей реальности. Еще раз, объективная оценка своей реальности. Поэтому ваша задача, даже сегодняшний эфир, я вам сказала, проанализировать, сколько времени вы проживаете свою жизнь. Второе, в какой точке вы сегодня находитесь и какие ближайшие цели могут быть у вас. Что я вам предлагаю? Очень простой практикой.
Слышали ли вы такую историю, как колесо баланса? Это можно набрать в Гугле, где угодно, как угодно, колесо баланса, сферы по колесу баланса, и в сегодняшнем дне прописать свои цели. Свои. Поймите, если вы научитесь ставить свои цели, вам не будет интересно считать чужие деньги, обсуждать чужие семьи, комментировать, хейтить, вам будет не до этого. У вас есть свои планы, свои цели, реализации которых вы занимаетесь. Когда у вас есть четкая цель, четкое намерение, понимание, тогда вы уже начнете делать ключевые действия. Самое простое. Ребят, ну тут тоже очень важно понять, чего именно хотите вы. Потому что очень многие прописывают свои желания, не исходя из собственных. А потому что маме надо, потому что детям надо, потому что мужу надо, да? Нет, есть вы. И то, что хотите именно вы, и желательно для себя. Потому что во всем этом хоть что-то должно оставаться для себя любимой. Потому что в основном, ну, особенно женщина, да, мы так живем, мы хотим сделать лучше жизнь для детей, там, для своего мужа, для своих родителей, это тоже нормально. Но нельзя, ни в коем случае нельзя забывать о себе. Абсолютно точно. Вот, Юль, как раз... Вот кто-то тут сейчас говорит, Юля, такой эксперт или еще что-то. Вы, прежде чем давать мне какую-то оценку, вы мой путь жизненный пройдите, а потом говорите. Нужно быть просто глупцом, слепым, глухонемым, чтобы не заметить, какая трансформация со мной происходит. Есть люди, которые целенаправленно не хотят это замечать. Такие есть. Но это не моя головная боль. Ребят, свою головную боль мне, пожалуйста, не приписывайте. Я живу на этом свете 36 лет. У меня огромное количество друзей, знакомых, родственников, тех людей, которые со мной очень давно. И каждый из них видит мои колоссальные изменения. И мне этого достаточно. Мне достаточно, что их вижу я. Я вижу, как я реагировала на те или иные ситуации раньше, и как сейчас меня это просто не цепляет, потому что это не мое. Это важно, это очень важно, Юль, то, что ты проговорила. И если говорить в мой адрес, то я предлагаю людям просто изучить мой бэкграунд, что я проходила. У меня тысячи и тысячи отзывов серьезных женских трансформаций. Это касается не только, когда говорят, я заработал миллион. У меня серьезные трансформации, когда люди восстанавливали союзы с мужчинами со своими, когда были серьезные проблемы, фригидности, кисты, миомы, были онкологии, бесплодие. Очень серьезные глубокие запросы. И то, что мы здесь с вами разбираем первый поверхностный уровень, только это для вашего же блага, для того, чтобы вы для начала, чтобы научились глубоко себя изучать, смогли в сегодняшнем дне хотя бы определить, что вы хотите. Что вы хотите. И для этого вам даются очень простые задания. Давай, ага, Юлечка. Да, ну вот тут люди пишут, а какой путь отношения брак удачный вы не смогли сохранить? А в вашем понимании удачный — это что? Это что, в вашем понимании, удачный? Это мой опыт. Я благодарна Мандезиру за опыт, за то чувство, которое я испытала впервые. Так сильно, как я любила этого мужчину, я не любила никогда в своей жизни. Спасибо ему. Спасибо ему за двух замечательных детей. Я тоже за это говорю спасибо. Жизнь, она состоит из белых и черных полос. Прошу вас, не надо идеализировать, мы не в сказке живем, мы живем не в придуманном мире, она разная и многогранная жизнь. Вы знаете, это был мой опыт, чтобы встретить своего человека. У каждого из нас, я убеждена, есть свой человек, но прежде чем мы его встретим, мы проживаем не всегда только положительные эмоции. Так бывает. Да, у меня был выбор продолжать существовать во всем этом дальше, или сделать свободной себя и свободной мужчину, с кем когда-то нам было хорошо, чтобы каждый из нас по отдельности, раз у нас не получается вместе, прожили эту жизнь по максимуму счастливыми. Я смотрю на эту жизнь вот так, потому что она у меня одна, а вы смотрите на нее по-другому. Но я не буду вас переубеждать, потому что это ваша жизнь, а я не хочу создавать видимость семьи,
которой нет, потому что это неправильная семья, потому что семья такой быть не должна. Семья без уважения, базовые, понимаете, есть базовые моменты. Там, где нет уважения, там нет семьи. И перестаньте тешить себя какими-то иллюзиями. А почему вы так говорите? Потому что нам с детства внушали, брак один на всю жизнь. Первый мужчина для женщины, да, Поль? Это очень важно. Не важно, что у вас не получилось, надо жить. Плохонький муж, но он же есть, он мой. А тем более, если мы привели в этот мир вдвоем детей, все, мы не можем разводиться, потому что лучше, чем родной папа, для детей никто не будет. А я вам скажу, это бред. Если нечего сохранять, не нужно тянуть кота за яйца. Для чего? Будьте счастливы по отдельности, вам никто не мешает быть классными родителями для своих детей. Дети — это зона ответственности двух людей. Но поймите, вы не только мама, вы еще женщина. Вы как женщина должна быть счастливой. Вы должны просыпаться утром и радоваться этому дню. Просыпаться утром и радоваться своему отражению. Не так, как сейчас кто-то мне пишет: «Юля, что с тобой? Ты что-то не очень хорошо выглядишь». Я офигенно выгляжу. Я мама двух детей. Я могу позволить выйти к вам в сторис не накрашенной, как я это делаю сейчас. Потому что я себя принимаю любую, в любом своем проявлении. Хочу, выхожу с фильтрами в сторис. Хочу, выхожу без фильтров. Я не пытаюсь казаться. Я тот человек, который говорит всегда все как есть. Квартира в ипотеке? В ипотеке. Если я беру на что-то кредиты, я говорю, я беру кредиты, я не выдаю желаемое за действительное. И когда я поняла, что дальше жить так, как я живу, нельзя, потому что эти отношения ведут в никуда, ну, я просто подорву в какой-то момент свое здоровье, и мои дети останутся без матери. Два моих сына могут остаться сиротами. Мне это зачем? Мне это не надо. Вы же судите только исходя из той информации, которую вы знали раньше. Мне люди писали, женщины, вот такие вот текста о том, что: «Юля, мы тебе просто благодарны за то, что ты об этом рассказала. Мы никогда даже не могли подумать, в каком ужасе ты живешь». Потому что я выходила всегда в сторис с улыбкой на лице. И о своих болях я никому не рассказывала, как я, сидя на кухне, просто сходила с ума, и как Саша Гозиас приезжала и вытаскивала меня из этого состояния. Вы же не знаете, да, и зачем вам это знать, потому что у каждого свои проблемы. Такое впечатление, что Юля пьет. Юлечка, ну, это был один комментарий из десятков, сказать, который я читала. И самое интересное, что люди рассуждали, что как будто бы отношения — это дело одного человека, но это выбор двух. Это выбор двух осознанных взрослых. И быть счастливыми в союзе — это выбор двух людей. Идти навстречу, и бывает так, что люди начинают смотреть в разные стороны, иметь разные ценности, и никто из них не плохой. Мы не будем здесь кого-то осуждать в отношениях, кто плохой или хороший. Люди сами любят судить, и без нас все это хорошо делают. Но самое ключевое, что это выбор двоих людей, милые женщины, двое, вас там двое. Вы можете выбрать одно, другой человек может выбрать второе, и он тоже прав, потому что это его жизнь, это его выборы. А вот как раз-таки для того, чтобы рассуждать так, как сидит сейчас Юля, посмотреть на то, как она уверенно об этом говорит. Я вообще, Юль, люблю всем сердцем тебя, честное слово. Вот за то, когда мы встретились, и сколько ты прошла, сколько слез, я твоих тоже видела, чтобы сейчас выйти к людям и так уверенно говорить, несмотря на какие-то комментарии, на вот все то, что у них происходит, отрезвляет людей. Это сила духа, друзья. Это и есть то, что когда говорят: а что, практики, Юля там делает херню и занимается. Так потом вот эта херня, которой Юля сама же занимается, дает ей силу духа, веру и действие. И самое главное, энергию на эти действия для того, чтобы потом уверенно с вами общаться и доносить свою информацию, которая есть у меня в сегодняшнем дне. Поэтому, Юль, вот расскажи немножко, наверное, сейчас про свои планы. Мне кажется, людям тоже будет интересно. Есть ли у тебя какие-то планы ближайшие? Мы знаем, да, что у тебя сдвинулась чуть поездка в Москву. Как ты планируешь, что ты планируешь? Как вообще ты сама свои цели чувствуешь? Как ты их определяешь, да, твое, не твое? Я хочу сказать, что у меня очень сильно поменялась жизнь. Я об этом сейчас не вещаю в Инстаграм. Об этом знает очень маленький узкий круг людей, Поля, в том числе и ты. Я благодарна, что ты об этом не говоришь. И это одна из причин, почему я нахожусь в Краснодарском крае. Я могу сказать, что сейчас я как женщина счастлива. Я не знаю, сколько это продлится. День, два, год, всю мою жизнь. Я не хочу загадывать.
наперед, но если мне здесь и сейчас хорошо, я считаю, что я могу себе наконец-таки позволить быть женщиной, женщиной, которая заботится просто на 100%, вот, из 100. Я могу позволить себе расслабиться, не думать вообще ни о чем, потому что есть человек, который за меня обо всем думает. И мне классно во всем этом находиться, я счастлива, я улыбаюсь. И даже то мое окружение, которое не знает всего, они видят мои горящие глаза в сторис и говорят: «Юля, у тебя что-то поменялось?» Я говорю: «Да, что-то поменялось». И я от этого кайфую, я позволяю себе не думать, как я вам сказала, о тех людях, которые осудят, которые не примут, которые будут меня поучать. Я свободная молодая женщина. Мне 36 лет, и я хочу наконец-таки быть счастливой, чего желаю вот абсолютно каждой женщине. Я желаю вам поистине понять, что такое счастье, и это классно. Еще раз подчеркну, я не знаю, сколько это продлится, да, это все еще вот-вот-вот-вот-вот-вот прям только-только-только, поэтому я и не готова об этом кричать во всеуслышание. Но так как человек, с которым у меня сейчас есть общение, он из другого города, он не из Москвы, вот, есть небольшие нюансы по этому поводу, и вот сейчас, собственно говоря, мы решаем, как быть дальше. Вот, видишь, и сколько моих девчонок пишет: «Замечательно, рада за вас, Юля, классно, поздравляю, девочки, мои любимые девочки, я просто, блин, я просто говорю каждой из вас спасибо за вашу колоссальную поддержку, которую вы мне оказываете всегда, то, как вы умеете переживать, то, как вы умеете сострадать, то, как вы умеете радоваться». Это правда дорого стоит, потому что вы со мной прошли разные мои этапы. Этапы, когда я потеряла маму, я думала, что жизнь просто остановилась, и я не знала, как жить дальше. Потом, когда я вынесла все то, во что, в чем я жила в последнее время, ваша просто мощнейшая поддержка, как будто бы вы правда мои самые родные люди, которые за меня переживают, как за себя. И сейчас, когда я сказала, что я счастлива, я боюсь это сглазить, но мне классно. И люди не задают никаких лишних вопросов, просто говорят, что они за меня рады. И, ну, это дорогого стоит. Юлечка, спасибо вам большое. Много женщин писать. Часть комментариев была про то, что я сейчас в каких-то неэкологичных отношениях, в непониманиях. Наверное, девушкам, особенно вот в твоем поле, было бы важно услышать какой-то совет. Что решающим каким-то для тебя было восстановление состояния в отсутствии страха? Какая твоя движущая сила была в этом всем? Ты знаешь, Полин, ты помнишь, как мы никаких отношений? Мне это сейчас не надо. Я только вышла из длительных, серьезных отношений, которые продлились 5 лет. Мы очень долго пытались сохранить, то есть это не было принято в один момент, все, мы расходимся, вы все знаете, мы сходились, расходились, сложно нам это давалось, но просто в какой-то момент я очень четко поняла, что так дальше нельзя. Это не та семья, которую я всегда для себя хотела. Я представляю эту жизнь и вижу я эту жизнь немножко в другом ключе. И ты знаешь, вот я всегда была такой женщиной, которая конялась как остров. Я про это которая... как раз тоже хотела, чтобы ты рассказала. Как раз про это хотела, чтобы ты рассказала. У тебя же сильная такая энергетика и просто... Да, ну, я понимаю, откуда это, потому что мы, женщины, особенно мамы, мы уже свою жизнь иногда ставим на паузу, да, мы живем для своих детей, заработать, прокормить, обеспечить, ну вот это вот все, и во всем этом мы как бы теряем
себя, мы теряем свое женское начало, особенно если еще мужчины часто любят говорить, что ты не женственная, ты не мудрая, в тебе этого нет, ты меня должна вдохновлять. Вот он лежит на диване с газетой, а вы его должны вдохновлять на какие-то действия. А вам некогда вдохновлять, потому что вы пашете, как папа Карло, потому что если не будете пахать вы, вам завтра вашим детям будет нечего есть. И я вот в этой спешке, вот в этой гонке, в этой беготне и жила в последнее время. А Полина стала раскачивать во мне женщину. И, конечно, когда в вашу жизнь приходит мужчина, который готов всецело взять все заботы, все ваши проблемы. В общем, ну что говорит, когда приходит в вашу жизнь мужчина, не мальчик? Можно быть в возрасте мужчины, но в душе мальчиком. Ведь семья, женщина, дети — это про ответственность. К сожалению, она не у всех есть. А когда в вашу жизнь приходит такой человек, то даже такая женщина с таким характером, как я, она становится девочкой. Когда ты не хочешь ничего решать, когда ты не хочешь никуда бежать, когда ты не хочешь злиться, ругаться, истерить, что-то кому-то доказывать, когда нет какой-то борьбы, кто круче, кто сильнее, кто больше зарабатывает. Встречаются два взрослых, зрелых человека и пытаются наполнить жизнь друг друга какими-то светлыми эмоциями. Ну вот так вот произошло у меня. Просто тогда, когда я даже не могла себе вообще этого предположить. Вот, ну вот просто... Да, не, я не то, что не ждала, ребят, это просто... Ну, может быть, когда-нибудь я об этом расскажу. Причем, что человек, который пришел в мою жизнь, это не человек, которого я знаю вчера. Я этого человека знаю уже лет 20. Ну вот сейчас такое будет еще расследование вести. Да. Но ты знаешь, давай мы немножко еще поговорим, как твой эмоциональный фон в этом всем поменялся. Люди часто говорили, у тебя были внутренние переживания, какие-то эмоциональные скачки. Как сейчас с этим? Как с твоим состоянием? И что помогает тебе в работе состояния? Поль, ну, во-первых, я практически постоянно медитирую. И даже... Ну, сейчас будет странно, это будет неправда, если я скажу, что да, все. Да? Только я на полном дзене. Я не буду никого обманывать. Конечно... Конечно, вспышки бывают и у меня, я всегда говорю, из котенка собачонка не получится. Каждый человек рожден со своим набором качеств. Но мы все взрослые люди, мы понимаем, что можно себя тут обтесать и сделать лучшую версию себя. Благо сейчас, вот, пожалуйста, инструментов огромное количество. У меня нет таких ярких вспышек. Да, я эмоциональна, да, я громко говорю, да, я много жестикулирую, но как бы в этом вся я. Конечно, если что-то мне не нравится, я могу это высказать, но нет истерик, нет там... Ну, слезы есть, но вот только сейчас как бы от счастья. А так... Я стабильна, и мне это важно. Особенно мне важно, что я стабильна в плане мамы, потому что я говорила, когда ушла мама, я не могла найти себе место, я даже не могла заходить в квартиру мамы. Я разговаривала с портретом мамы. Ну, в общем, я постоянно находилась в каких-то качелях. Я была очень сильно расшатана, соответственно, мой эмоциональный фон передавался детям. Ну, в общем, вот так. Сейчас... У меня все хорошо. Я умею контролировать свои эмоции, если когда-то они берут верх. Я просто стала понимать, что я хочу контролировать свои эмоции, а не эмоции должны брать верх надо мной. Юля, расскажи еще немножко о своем планировании. Наверное, для женщин это тоже полезная история. Как ты выстраиваешь свой путь, какие-то свои цели? То есть это сразу замах на что-то большое или это маленькими шагами? Как-то ты винишь себя, если что-то у тебя не получилось, не винишь, если что-то не получилось? То есть как вот у тебя это происходит? Девочки, вот я всегда говорю, что в этом мире нет ничего невозможного. Это правда. Это 100%. Конечно, как сказала Поля, там кто-то загадывает себе яхты, самолеты, частный Боинг.
Но даже это возможно тому, там, есть один блогер, которая работала, не буду называть, наверное, не очень будет корректно, она работала SMM и зарабатывала 50 тысяч рублей в месяц, и мы, люди, которые, ну, как бы в Инстаграм все давно друг друга знаем, мы знаем, с чего этот человек начинал. Сейчас она долларовый миллионер, эта девушка находится в положении ей вот-вот рожать, и это девочка, которая сделала себя сама. Это явно, без родителей, без каких-то там вливаний, огромных денег. Она стала в себя вкладывать, но тогда, когда она стала зарабатывать. И если смогла она, почему не могу я, почему не можете вы? Просто у каждого свои цели. Мне, допустим, частные вертолеты, самолеты, охрана, она мне не нужна. Я хочу, чтобы мои дети ездили на хорошей машине, питались качественной едой, обслуживались в хороших поликлиниках, чтобы была недвижимость, и эта недвижимость не для того, чтобы мои мальчики, когда выросли, ушли туда жить. Нет, ни в коем случае. У меня растут мужчины, поэтому жилплощадь себе купят они сами. Мама может дать какой-то стартовый капитал, но дальше, ребятки, хотите жить, умеете вертеться. Эта недвижимость приобретается с целью вклада в наше с ними общее будущее. То есть это вклад, которые, ну, кто-то бизнес открывает, да, а я решила купить квартиру. У меня есть бизнес на Валдрис. Сейчас там вот еще я хочу открыть в Краснодаре стационарный магазин. Но это тоже пока все вот как бы в процессе.